Мерси, вы на канале Хозяйство Устиновых. Сегодня я вам расскажу, как просто и быстро приготовить фунчозу с мидиями. Мы любим этот рецепт, он получается очень вкусным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нравится, а мы начинаем. Кипящую подсоленную воду я добавила 3 рулончика фунчозы. Она варится недолго, буквально минутки 3 надо проверять. Вот буду проверять, пусть пока варится. Так, теперь нашу пережарочку добавляем мидии. Вот минут 5 потомилось. Все здесь у нас. Значит, отварилась фунчоза. Я ее промыла холодной водой. Всю воду слила. И сейчас я, значит, перекладываю фунчозу аккуратно. Вот сюда. Вот и все готово. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.